5 ноября в культурно-спортивном комплексе «Олимп» состоялась Казанская мастериада. Участие приняли ученики различных школ и лицеев Казани. Юные изобретатели соревновались в авиамоделировании, где демонстрировали свой самолет в полете на дальность, продолжительность, а также пилотаж. Мне нравится строить самолеты, участвовать в соревнованиях. А какая у тебя мечта? Стать пилотом. А ребята, которые умеют программировать своих роботов, соревновались в направлении робототехника. Это робот на базе Arduino. Arduino – это микроконтроллер, программируемый с помощью компьютера. Больше всего нравится программировать. Надир и Карим работают в команде вместе. Пока один программирует робота, другой собирает недостающие детали. Это робот для соревнований сумо. Соревнования сумо – это когда роботы сражаются, и там такие правила, когда... Кто-то вышел с ринга, он проигрывает. Скучать здесь было некогда. Для участников проводились веселые старты, мастер-классы, а также работал авиатренажер. Примерить на себя роль настоящего пилота смог каждый из участников. Управлять самолетом не так уж и легко, как может показаться, но очень интересно. Без подарков не ушел никто. По итогам соревнования каждый получил грамоты и памятные сувениры. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.